И в конце концов, на этой планете я свершу свою месть. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерги осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно,
Я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум Зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Размещение невозможно. Инкубатор — это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Недостаточно минералов. Все идет хорошо. Можете ли вы создать больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Омут рождения позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Чтобы создать зерглингов, нажмите кнопку «Выбрать личинок», расположенную на панели приказов. Требуется больше надзиратель. Теперь нажмите кнопку «Мутировать в зерглинга». Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валерия, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Thank you.
Похоже, что в других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Отлично. Эти зерглинги мне пригодятся. Шум надзирателей. Ваши войска атакованы. Керриган, это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зерках. Бежим! Черт! Уберите всех с этого уровня! Персонал эвакуирован с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля! Дверь на нижний уровень закрыта. Газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется. Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Что ж, теперь они мои. Искоренитель активирован. Еще нет. Я ведь все еще в этой камере. Зерги запланили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры.
Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории?